Друзья, привет! С вами Илья, школа танцев «Свои люди», город Кострома. И сегодня мы с вами разберем связку из движений, которые мы проходили с вами ранее. Начнем мы, естественно, с топ-рока, с верхних движений. Повторяем вместе со мною. Начинаем с правой ноги. Раз и два с левой. Три и четыре. Подскок. Пам. И с левой ноги. Пять, шесть, семь, восемь. Далее с левой ноги мы уходим вниз. Раз, два, три, четыре. С правой. Пять. Лево 6, обратно 7, право 8. Далее мы делаем подскок и кик левой ногой. Хоп, раз, смена и 2, замок. Дальше наша правая нога с замка уходит на колено. 3, рука пролазит между ног. 4, фиксируемся во фрезе. 5, 6, съезжаем. 7, 8. Далее. Когда мы съехали с фреза, правая нога уходит вперед, и руками мы себя отталкиваем назад, делаем небольшой глайд, правую ногу сгибаем к себе, и она проходит сквозь вот это кольцо. Хоп! То есть между левой рукой и левой ногой. Да? Далее мы подскакиваем, поднимаемся на левую ногу, на левый носок, делаем сиси-степ через правую ногу. Вот со следующей вариацией. Левая нога идет на колено при повороте. Раз. И обратно. Два. Смена. Хоп, на другую сторону. Также правая нога идет на колено. Три. Четыре. Окей. Смена. Six step. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Дальше. Мы делаем baby freeze. Хоп. Три, четыре. Можно поменять ноги и поднять голову. Пять, шесть. Обратно возвращаемся в исходную. Семь, восемь. Ставим левую ногу на пол. Раз. И фиксируем себя правой рукой на правом поясе. Пам. Хоп. Пам. Вот такая вот незамысловатая связка у нас получилась. Еще разочек. Начинаем с топ-рока. Начинаем с правой ноги. Окей. Руки тоже включаем. Работаем всем телом, руками, ногами, корпусом. В общем, качаем по полной. Правая нога идет. Раз и два. Лево. Три. Подскок. И четыре. Подскок. И пять. Шесть. С правой. Семь. Восемь. Далее левая нога уходит назад. Раз. Два, три, четыре. Руки на поясе. Смена. Пять, шесть. Левой ногой. Семь. Встали. Восемь. Ага. Здесь небольшая точка. Далее у нас идет переход на низ. Go down. Левой ногой делаем кик на правый подскок. Раз. Смена. И два. Не забываем держать руки в пределе, то есть, чтобы они у вас не болтались. Все было четко, хорошо и наработано. Дальше правая нога идет наверх на колено. Оп. Поднимаем таз, чтобы не было вот так вот, да? А все было четко, ровненько и хорошо. Далее левая рука с головы уходит у нас между правой и левой ногой в пол. Опираемся обеими руками. И вот здесь мы зацепляемся, в частности, больше вашей левой ногой, левым коленом, за локоть левой руки. Вдумались, послушали, сделали. Фриз. Зафиксировались. Да? Показали, что вы умеете его делать. Съезжаем плавно. Оп. Съехали. Дальше. Глайд, да, небольшой. Скольжение назад за счет ваших рук. Сначала вытаскиваем ногу. Хоп. Расцепили замок.
руками себя назад сталкиваем, правая нога сгибается и проходит между вашей левой рукой и левой ногой. Шух, продели. Окей, действуем дальше. Руками себя подняли, да? Не забываем, что футворк лучше всего и удобнее делать на полупальцах. И ноги у нас на тоже полупальцах, на носках, как вам удобно. Итак, далее сиси степ у нас идет на правую ногу, левая нога идет с вариацией на колено. Раз, обратно, два, смена рук. То же самое, аналогично, правая нога на левое колено. Три, четыре, смена, six step, простой базовый six step. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Окей. Дальше, как раз вы остались на левой стороне, приготовились к фризу, в частности, baby фризу. Пам. Встали, baby фриз. Окей. Меняем ноги, левая нога уходит на колено правой, правая выпрямляется. И поднимаем голову. Зафиксировались. Возвращаемся обратно в исходную. Вернулись. Поставили левую ногу на носок. Опираемся четко. Теперь поднимаем вашу правую руку на пояс. Бам. Все. Отлично. Выход на колено. Бам. Разворот. Встали. Сделаем эту связку последний раз. В быстром темпе уже. Под мой подсчет. Готовы? Правая нога начинает работать. 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. И 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. И 1, и 2, 3, и 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пам, 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 пам. Какие могут быть ошибки, когда вы делаете эту связку? В принципе, каждое движение из этой связки мы разбирали с вами по отдельности, и вы уже должны знать, что футворк, например, хорошо делать на полупальцах, на носках, чтобы пятка пола не касалась. То есть, в принципе, если вы все эти ошибки выучили, знаете их, и у вас их не присутствует, то вы сделаете эту связку с первого раза очень хорошо, четко и наработанно. Главное, не забывайте фиксироваться в определенные моменты, да? То есть, когда вы делаете бам, 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 фриз. Фриз, слово фриз само по собой, само собой подразумевает фиксацию, замерзнуть, да? То есть, вы должны зафиксироваться, бам, показать, что вы умеете это делать. Выдерживать определенные точки, чтобы связка не была кашей, а была связкой. Собственно говоря, используйте все это, натренировывайте, и надеюсь, вам эта связка пригодится в будущем. Друзья, сегодня мы с вами прошли новую связку, которая, возможно, вам пригодится для батлов, а может быть, вы что-то возьмете из нее для себя и добавите уже в свою связку. Я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пока-пока!